Привет, любимые. Сегодня такой жаркий-жаркий день. И у меня очень много планов, новых планов. Хочется с вами поделиться и, собственно говоря, дать какую-то обратную связь. Вы говорили о том, что вам нравится частично, когда я рассказываю про случаи, да, клинические, когда происходят моменты просто чисто жизненные или те моменты, которые создают условия для изменений. Вы писали в комментариях о том, что да, действительно хочется каких-то изменений, но вы не понимаете каких. И еще вы говорили о том, что больше нравится контент по нутрицептикам, по натуропатии. И у меня прям большой-большой вопрос, потому что я не понимаю до конца, как это может, ну, вам, в общем, на вас повлиять, и что вы хотите с этим сделать, что вы можете с этим сделать. Вы пишете про нутрицептики, про здоровье мозга, про вопросы чисто физические. Но мне стало сложно давать контент и тот, и другой. Вот я думаю, какой контент лучше для вас? Действительно про нутрицептики или про... А что значит про нутрицептики? Это значит про состояние тревоги, как снимать, как улучшить когнитивные способности, как сделать для себя нормальный иммунитет, как, наконец-то, хорошо себя чувствовать. В общем, много-много всего, и если вам это все интересно, пишите мне. А если вам интересна чисто психология, тоже напишите.